Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. И? Катенька, с Еленой. Откуда вы к нам приехали? Воронежа. Где отдыхаете? Мы отдыхаем в Сан-Марин. Сан-Марин – это у нас тоже all-inclusive, насколько я помню, три звезды, да? Четыре. Четыре уже? Что-то звезды растут, как грибы. Да, да. Что там прям на четыре звезды? Три бассейна. С подогревом все? Два с подогревом. Третье вроде как тоже обещали, но что-то... Холодновато, да. Понял. Ну, номер какой у вас? На стандарт. На двоих, да, получается? Да. Цена за номер? Ну, у нас вышла предварительная бронь, была ранняя. Мы на 10 дней получили 62 тысячи. На 10 дней 62 тысячи. Сегодня 15 мая. До какого числа вы у нас? Да, 22. 22 мая отдыхаете. Давайте вот в целом. Вы довольны? Да, в целом. За эти деньги? Ты доволен? Да. Это самое главное. Анимация детская. Нравится? Да. Ну, вы так вот без энтузиазма рассказывайте. Мы стесняемся. Не стесняйтесь. Что в номере у вас есть? У нас душевая кабина, не ванна. Маленький холодильник. Маленький холодильник, телевизор, мини-бар, две кровати, балкон. Кондиционер? Кондиционер, да. Тепло сейчас? Шкафчик, да, очень тепло. Хорошо. А уборки с номерами как? Уборки каждый день проводятся, раз в три дня смена постельного белья, каждый день полотенце. То есть, ну, в принципе, все на уровне. Все хорошо, да. Как общение персонала с вами? Ну, мы мало общаемся, но все очень вежливо. Как-то нет причин к ним обращаться, потому что как-то все отлажено. Да, да. А питание – самый важный момент? Питание, хорошее питание, три раза в день. Слушайте, хватает, вполне, выбор неплохой. Были плохие отзывы, именно по питанию не нравилось. То есть вам нормально? Нормально, нам нормально. Шведский стол там, да? Да, шведский стол. Мы не особо. Плюс у них есть дополнительное питание, когда не работает столовая, то есть работают еще две точки, там, где можно взять пиццу, сосиски. Это бесплатно? Это бесплатно все, это все входит. Также спиртные напитки, абсолютно любые. А что там есть? Бесплатно. Пиво, вина есть. Ну, мам, ну вот. Ну, я вот видела там и ром, но я так не любительница, конечно, выпивать, но видела большой бар там у них, большой. Ну, вы не интересовались, за доплату или нет, или это все? Нет, все бесплатно. Да. А, то есть пей сколько хочешь? Да, да. Вообще, уровень поднялся, я так понял, все-таки на четвертую звезду. Квас, ну, это вот то, что мы брали. Вы как-то невыгодно поехали. Позвоните мужу, спросите, как отбить. Он вам подскажет. Хорошо, все, мы довольны. Так, хорошо. У тебя как вот с анимацией, тебе нравится? Да. Ты ходишь, участвуешь? Да. А что вы делали там? Мы сегодня, у нас была творческая мастерская. Там были специально краски для рук. Мы их разукрашивали руки, а потом отпечатывали на бумаге. То есть, ну, весело было, интересно, домой не хотелось. А не хочешь домой, Воронеж? Нет. Нет, почему? А дельфинов видела, нет? Да, я видела. Ой, вообще, все, отдых удался. Лебедей не хочешь кормить? Нет, еще мама не научила. Нет, не кормили, выходили, смотрели. Мы вчера там вот шоу очень много видели, вечером в ту сторону ходили, сегодня в эту сторону. Прогуливаемся в парке, и в том были. Для джунгли. В джунглях были вчера, сегодня в этом были. Так вот. На аттракционах катались? Катались. На что тебе больше всего понравилось? Вчера, ну, где-то там. Мне понравилось больше всего дискотека. У нас вечером все время дискотека. А, то есть там на отдыхе, на аттракционе я тебя спрашивал, на какой. На аттракционах понравилось, что? Какой? Самый понравившийся? Мне понравилась комната страха. Боялась? Да, ой, вообще супер. Так, ну и может кому-нибудь приветики, ребят. Папе привет. И всем в Воронеже приезжайте. Вам тут понравится. От души, ребят, спасибо за ваш отзыв. Вам хорошего отдыха и пока-пока. До свидания.